герой города, закрывая кировский троллейбус и красноармейский, не думает о том, что протяженность города около 100 километров. То есть, если где-то в городе происходит транспортный коллапс, форс-мажор, авария, которая прекращает доступ транспорту в район, район остается без транспорта. Опять же, возьмем Красноармейский район, где произошла замена троллейбусов на автобусы. Нам обещали, там обещали, что автобусы будут газомоторные. Но, как показало очевидное, что автобусы на дизельном топливе. И Красноармейский и Кировский район считаются самые экологически неблагополучные районы. И там, естественно, востребован только экологически чистый транспорт. Дисциплинированный, регулярный. Автобусы нельзя назвать дисциплинированными, потому что мы не раз наблюдали, как автобусы просто проезжают остановки и не берут социальных граждан, потому что им нужны только деньги. А бабушки и дедушки, которые пользуются проездными, им как-то не нужны. Дальше, у них нету графика движения. То есть они могут идти сразу 4 машины, могут 2 подряд машины, а можно ждать их 30 минут и не дождаться ни одного автобуса.